Привет, друзья! Сегодня будем разбирать гитарный бой Дмитрия Хмелева из песни «Люди говорят». Вот на аккордах, три аккорда я взял из песни, вот на них сейчас вам и покажу. Понятно. Итак, смотрим. У нас первая доля играет на подъем, то есть играем, а потом уже начинается раз. Если раз, два, три, четыре, раз, вот, начинается раз, два, три, четыре на И. Итак, играем. Играем бас, в данном случае вот на аккорде до минор диез, играем бас пятую струну и щипаем три нижних одновременно. Вот так. Дальше. Играем вверх. Вверх, вниз, вверх. Дальше. Делаем глушок. Это мы делать можем или прикладывать ладонь к струнам, или отрывать немного левую руку, пальцы немного от струн. Вот так у нас глушатся струны. Понятно. Вот сыграли глушок. И потом играем два раза на неприжатых струнах. Вверх и вниз. Вот такой вот красивый и несложный бой. Пробуйте, у вас обязательно все получится. Желаю успехов, спасибо, пока.